Привет, с вами канал MLP Девелопинки, и это я как бы такое видео, как я немного изменила пони, чуть-чуть перекрасила, то есть там чем-нибудь, я их перекрасила, я расскажу вам, чем именно их перекрасила. Так, давайте перейдем к первой поняше, Кризалис. Вот я и подкрасила специальной черной подводкой для глаз, подкрасила здесь вот черным, да, на крыльях. И на копытце. Вот эти вот узоры, вот они видно, черные. Я их разукрасила. И на своей кьюти-марку такое черное сердечко с точками, так как у нее не было кьюти-марки. Вот. Еще одна такая поняшка. Она у меня как бы Applejack. В двух сериалах она будет мальчиком. Вот у нее такая кьюти-марка, как у Applejack. Вот я понял. Как яблоки, да? Вот. Это я уже лаком накрасила. Лаком уже. Я еще лаками пользовалась для перекраски. Такая понял. Я ей кьюти-марку сделала цветочку. Так как у меня зеленого лака или подводки не было, я вот черное нарисовала подводкой. Да, цветочек у нее, эти марка. Так, каденс. Я ей накрасила на копытнике. И вот золотые. И Минти. Вот у нее такой большой один шарик. Просто мне нравится, что и у Пинки шарики, три шарика, и у Минти. Вот я решила один шарик ей нарисовать за место трех. Вот пришлось такой огромный делать, чтобы закрасить всю марку. Вот теперь у меня такая она. И, кстати, сразу же после будет рубрика прически для пони. Вот все мои поняшки. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Ждите рубрику. Пока.